любовь обычно непредсказуема. Кого-то сводит счастливый случай, кого-то сватает родня. Но что делать, если достойного спутника или спутницу жизни найти не выходит? Можно, конечно, обратиться к свахам, коих только в Москве свыше 1000. Но для этого придется собрать круглую сумму. Да и доверия такие частники не вызывают, особенно когда в спутнике ищешь человека, соблюдающего религиозные каноны. Здесь на помощь приходит специальное брачное агентство. Это брачное агентство не похоже на другие. Здесь работают только с мусульманами, а женихов и невест подбирают строго по шариату. На встречу клиенты приходят обязательно в сопровождении родственников или имама, а перед этим платят благотворительный взнос – 5000 рублей в год. Профессиональные свахи берут в 10 раз больше. Заплатить махар, пригласить родственников, организовать валима, да, праздничные угощения и так далее. Поэтому я думаю, что 5000 – это условная вообще цена. Я считаю, что наше брачное агентство, оно помогает людям создать добропорядочную семью, да? А с точки зрения ислама, помощь, она все время приветствует. Для того, чтобы воспользоваться услугами агентства, необходимо на сайте заполнить анкету, детально расписав личные данные, указать степень религиозности и по желанию прикрепить фотографию. Затем уже в мечети предъявить паспорт и пройти собеседование, где вас основательно допросят о том, кто вы и чем занимаетесь. И вуаля, вы в базе данных. После такой проверки сомневаться в том, что на сайте фотография реального человека, уже не приходится. Мы как бы надеемся, что люди, приходя в мечеть, они прежде всего приходят с чистыми намерениями. И как бы, естественно, мы оцениваем, как это, свои есть критерии. Если человек действительно добропорядочный, но они как-то видны, у них вот какие-то вот такие намерения, ну, видно этого человека. Он соглашается, если человек соглашается со всеми нашими условиями, то, в принципе, как бы мы готовы с ним сотрудничать. Брачное агентство при благотворительном фонде исторической мечети в Москве существует всего несколько месяцев, но обращений уже десятки. Даже во время съемок этого сюжета от звонков отбоя не было. Да, это при мечети, это при благотворительном фонде исторической мечети. Джамиль, а вы не могли бы принести с собой пару фотографий? Через свои знакомства они узнают о семье, о нраве девушки и так далее. А здесь, в Москве, к сожалению, молодежь оторвана от своих семейных устоев. Они снимают квартиры, где-то живут в общежитиях. И познакомиться с порядочным супругом или супругой не так легко. Если обычная молодежь может себе это позволить где-то встретиться в кафе, в ресторанах, на каких-то дискотеках или тусовках, то мусульманские девушки, которых отличает целомудрие, скромность, естественно, по таким местам не ходят. В агентство чаще всего обращаются родители или опекуны молодых женихов и невест, которые так сильно обеспокоены судьбой детей. Свадеб пока не было, но, обещают в брачном бюро, первая свадьба не за горами. Виктория Бутлевич, Магомед Насерхоев, специально для телеканала «Алиф».